Конкурс «Дети читают стихи» Натфулина Аделя. Город Тетюши. Тетюшская татарская средняя общеобразовательная школа. Борис Захадер, вредный кот. Петь, здорово! Здравствуй, Вова! Как уроки? Не готовы. Понимаешь, вредный кот заниматься не дает. Только было сел на стол, слышу мяу. Что? Что пришел? Уходи, кричу коту. Мне и так не в моготу. Видишь, занят я наукой, так что брысь и не мяукай. Он тогда залез на стол, притворился, что уснул. Ну и ловко сделал вид, ведь совсем как будто спит. Но меня же не обманешь. Ах, ты спишь? Сейчас ты встанешь. Ты умен, и я умен. Разве бы за хвост? А он? Он мне руки царапал, скатерть со стола стянул. Все чернила пролил на пол. Все тетрадки мне заляпал и в окошко улизнул. Я кота простить готов, я жалею их котов. Но зачем же говорят, будто сам я виноват? Я сказал открыто маме, это просто клевета. Вы попробовали сами удержать за хвост кота.